Очередную акцию решили провести в преддверии новогодних праздников. Сейчас сочинское отделение Красного Креста собирает подарки для детей Донецкой и Луганской областей. Сразу хочу сказать, что мы не принимаем. Не принимаем мы мягкие игрушки, потому что эта санэпидстанция не пропускает. Не принимаем мы товары с ограниченным сроком хранения, то есть это шоколадные конфеты, это вот такое вот. Теперь, что мы принимаем? Это канцелярия в основном, это, может быть, какие-то пазлы, то есть вот детские такие. Это могут быть фломастеры, краски, книжки, игрушки. Первые неравнодушные уже начали приносить в Красный Крест книги, краски и игрушки. В благотворительной организации говорят, что уже получили массу звонков от предпринимателей, готовых оказать помощь. Мы занимаемся сбором гуманитарной помощи для детей, которые проживают на этих территориях. Потому что сейчас им находятся они в трудной ситуации, и как не мы, жители этого города, можем их сейчас поддержать. Поэтому обращаюсь к нашим жителям с просьбой, что поддержите. В Сочи подарки для детей Юго-Востока Украины будут принимать до 6 декабря. Их расфасуют, упакуют и отправят в Краснодар. И оттуда уже в Донецкую и Луганскую области. Желающих помочь ждут в отделении Красного Креста на улице Чебрикова.